Ну как так, блядь? Все дерзкие, а? Я не понимаю. Ну, блин, давайте по-нормальному. Я ведь играю хорошо, блядь. Что происходит, нахуй? Я давай, блядь. Какая армия скелетов? Что происходит? Так! Дорогие друзья, всем привет! Я тут искал колоду для своего твинка и нашел такую топовую колоду, что даже вам она должна понравиться. Ребята, это Голем 3-4 эликсира, серьезно? Я не припомню дешевле деки на моей памяти, по-моему, мне что-то вспоминается такое 2.9, но я помню, это говно какое-то было, которое там разрядом стрелами все контрилось, и Голем просто сам в соло шел. То здесь такой номер не пройдет, здесь очень решает Шахтер. И здесь можно даже играть не через Голема, а через Шахтера, но вы знаете, как я люблю Голема, поэтому дешево, сердито, это для меня. Также я, прежде чем перейдем к онлайн-каткам, хочу вас попросить, чтобы вы проверили на данный момент подписку на канал, потому что YouTube сейчас просто автоматически стал отписывать людей от моего канала, и не только от моего, это замечается уже на протяжении последнего месяца, поэтому проверяйте подписки постоянно, вас могут просто автоматически отписать, и вы этого знать не будете. Вот прямо сейчас посмотрите, подписаны вы или нет. Если подписаны, проверьте колокольчик, потому что у меня видео каждый день, стримы каждый день, но я уверен, что вы об этом, возможно, не знали, или не знаете, или не попадаете, вам удаления могут не приходить, поэтому на колокольчик и подпишитесь, и лайк поставьте, короче, все это сделайте, и все будет у нас с вами хорошо. Поехали в бой! Также я должен сказать вам, что скоро будет много видосов по моему новому твинку, по моим новым рубрикам, проектам, короче... Блин, до хера будет контента, пацаны. Колокольчик вам надо нажать. Это вот как ни крути, но на колокольчик надо вам нажать. Ну и на подписку тоже. О, Коргигант, ребята, вот Коргигант сейчас это просто эта дырка дырявая. Я его просто сейчас размажу вот так вот. Серьезно, я вот играл с ним, я думал, он реально крутой, я его хвалил. А он просто, он фуфломет. Это не королевский гигант, ему надо дать ник фуфломет. Его просто все лохи контрят, которые есть в этой игре. Я не знаю, я вот играл с ним, меня просто бомбило от того, что меня все всякие Васи выигрывали. Я не понимаю, что он такой фуфломет. Да, у него бешеный урон, да, он там сносит по 400 хп за тычку, но он фуфломет, он реально фуфломет. Разряд, тихо, Шахтер, живи, все, отлично. Этот фуфломет еще и с Инферно играет, просто ссыкун, ссыкунявый ссыкун. Если вы, ну, не поймете, что меня так бомбит, я просто до этого уже минут 40 играю, и таких уже игроков навидался, что меня все раздражает сейчас, вот. Во-первых, где-то целый час я играл, хотел сказать, точнее не хотел, а сказал, 40 минут где-то играю, а потом говорю час. Короче, я играю долго, и определенный период времени мне подбирались одни хоги, меня это так раздражало. Вот, а теперь мне всякие королевские гиганты, причем это уже не первый поединок. Я использую разряд и закину шахту. Так, все, отлично. Блин, я слил разряд, сейчас будет армия скелет. Понятно. Это, ребятки, байт на зап. Все понятно. Армия скелетов, орда миньонов, ведьма, инферно. Блять, что так много урона наносят они? Бомбит уже срака у меня, мне просто нет уже сил, терпения, блять, вот это таким дурачкам проигрывать. Взял дешевую колоду и с ней что-то проигрываю. Ну, держись. Пацаны, все, я вам... Сейчас от него не останется. Вот видите противника? Сейчас вы его не увидите просто. Вот наслаждайтесь, пока вы его видите, потому что сейчас вы его не увидите. Смотрите, оп. Так. Бей вышку, придурок! О, услышал. Тихо, ведьма, живи! Ведьма, живи, живите все, вообще никто не умирайте! Голем, дебил, я ж тебе сказал, не умирай! 20 секунд осталось, 20 секунд. Пойзен, тычку на, сука! Ебой, так, все, я думаю, там пойзен дохавает вышечку, да? Дохавает же или останется там 5 хп? Фух, дохавал. Блять, слушайте, а его колода-то неплохая. Я вот такой колоды не встречал. Вот мне его колода понравилась. Так, ладно. Гоблины. Кто-нибудь, помогайте нам, потому что нам сложно всем дефаться против этого дерьма. Просто, да ведьма сдохнет. Чего вы все живучие такие, блять? Ну я же проигрываю.
Ну все, я проиграл. Сейчас он королевского пидора поставит, и все. И у меня ни торнадо, ничего нету. Я херею просто. Отлично. Прекрасно. Прекрасно. Да выделывался. Прекрасно. Ай, блядь. Я такую классную колоду нашел. И так вообще слился. На! Бомбит! Я попробую с этой декой, что у него. Может, мне получится с ней тоже надрать кому-то зад. Вот, ну... Знаете, что не хватает в этой колоде? Я заметил. Сплэша. Сука, не хватает сплэша. Может, взять вместо ночной ведьмы... Ведьмы обычную ведьму. Потому что сплэша не хватает. Не хватает просто вот... Не знаю, вот ебанись, ну не хватает сплэша мне здесь. Ну дека реально крутая, блин, я не могу... не могу вот просто перестать с ней играть, хоть и вот проиграл уже несколько раз с ней, но... Она мне так нравится, что здесь быстро все прокручивается. Сука, да что за колоды такие мне подбираются? Ну я думал, это обычный стандартный спеллбейт, и что, я думаю, сейчас нечем ему контрить. Вот, мне откуда-то варвары взялись. Ну что это за колода с варварами? Так, закидываем шахтера, у меня тоже, кстати, не стандарт. О, у него еще ночная ведьма. Что я еще увижу? Так. Фух, ё-моё, как же... Вау, это даже, возможно, спарки. Интересно. Так, разряд сливать не будем, окей. Так, ледяной дух. Да ёб твою дивизию, почему? Эти... Один в поле не воин, знаете, да, такую фразу? Так вот, смотрите, что делает шахтер. Один! Бля, сейчас гигант, да? Да, да, гигант, конечно, конечно. Мега миньон, давай, делай, блядь, вот сплэша не хватает, хоть убей, не хватает сплэша. У меня дешевая колода, а не у него, почему я проигрываю? Ну все, смотрите, вот сейчас точно выиграю. Смотрите, просто нереально, нереально проиграть, тут стопроцентная победа. Смотрите, просто, вот, все, смотрите, вот сейчас самая-самая победа, сейчас будет самая победа. Давай, 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 давай. Бля, 200 хп, чё не добить вот 200 хп, вот чё не добить? Летучих мышей будете бить кто-нибудь? Так, 30 хп, ого, ого, так, 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 смотрите, смотрите, оп, 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 14 секунд. Давай, за 14 секунд ты должен добить эту вышку однозначно, блин, просто я не знаю, что будет, если ты не добьёшь. Как же я напрягаюсь. Просто тихо, тихо, тихо. Бомбит! Тихо. Ребята, колода топ. На самом деле, это все потому, что... потому что, ну, короче... Вот не сложилось, просто не сложилось. Цикл не тот, цикл не тот. Смотри, я сейчас затащу 100%, бля. Сейчас, 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 сейчас. Смотрите, блять, я уже сколько дублей пытаюсь записать и думаю, ну ладно, этот дубль неудачный, думаю, сейчас все, вот с этого дубля я выиграю и всем колода понравится. Блять, в каждом дубле проигрываю, в каждом дубле, это самая худшая колода, которую я, блять, видел. Она классная и в то же время самая худшая, почему так происходит? Почему? Почему, блять, почему? Почему? Почему, блять? Почему меня бомбит? Почему меня бомбит? Как мне этот ролик публиковать? Как вы будете его смотреть? Как? О, да, я затащил. Все, поехали. Я вот это все, я сегодня на стриме просто, я их всех, бля, накажу. Всех накажу, кто меня сегодня обидел на видос. Это просто жесть. Это сейчас, короче, это трындец просто. Это трындец. Смотрите, что происходит, блядь. Армия скелетов с королевским гигантом. Мне почти снесли две вышки сразу. У меня не хватает эликсира на голема. Я его хер поставлю, потому что мне не хватает на него эликсира. Поэтому мегаминьон просто так сдохнет. Окей. Окей. Не, ну, два раза поигрывать фуфламету, это, конечно... Фу, хоть сокланы меня поддерживают. Они видят, как у меня бомбят. Бомбит. Они видят. Они это видят через экран.
Я просто... Я вам сейчас покажу лог поединка. Я покажу вам лог поединка, я думаю, что вы бы тоже не сдержались. Просто у вас сейчас может так и быть... Вы можете сидеть такие у крана. Чё? А чё с ним? А чё, дебил? А чё он так бомбит? Он что, конченый? Что такое? Чё он такой додик? А вот я вам сейчас покажу, чё я такой додик. Сейчас я вам покажу просто, сколько я проиграл. Я сколько дублей сделал. Сука, и каждым дебилом я проигрываю. Сейчас этого я сейчас просто сейчас вот так... На три короны, смотрите. Накрываю ядом. Пацаны, эта колода просто никому не проиграла, поэтому вот надо с этого начинать будет видос. Простите, простите мне за такой нелепый выпуск, но не всегда же мне побеждать. Вам надо видеть и мои поражения, вам надо видеть и обратно мою сторону. Не всегда же быть в ваших глазах таким вот классным. Записал видос, всех выиграл, все, холдик красавчик, холдик там... Надо же и лохом быть, да? То есть, как вот это любят. Да, он проиграл лох, вот. Поэтому сегодня такой лоховской выпуск. Теперь показываю вам лог поединка. О. Это уже... А чё вот это не оставил? Вот смотрите, я выиграл три катки. Чё я вот их... А, нет, я выиграл две. Короче, потом поменял колоду. Короче, ребят, я оставлю такой выпуск, как есть, пускаю такой вот в качестве эксперимента, нравятся вам такие ролики или нет, когда я вот особо, знаете, нечего мне вам показать в плане колоды, вот что-то вроде хер пойми, ну 3-4, вроде нормально, попробуйте вы, может у вас получится, у меня не получилось, я даже не знаю, как этот ролик назвать, может никак его не назову, просто ролик, Clash Royale, я не знаю, меня очень сегодня бомбануло, короче, подписывайтесь на канал, приходите на стрим, я пошел студить пукан, я вас всех люблю, пока.